находитесь тут вообще? Да. И как в ситуации? Не падаете? Один раз упала, была в больнице. Вот там, серьезно? На углу. Ну да, вот нога у меня сейчас до сих пор. Очень легко подскользнуться, упасть, да. Улица Ленина, дом 14 в Орехово-Зуеве – одно из самых проходимых мест в районе авто- и ЖД-вокзала. Тут же идут первые объекты торговли. Но судя по мусору и наледи, не скажешь, что здесь рады посетителям. Хозяева объектов торговли отказываются чистить эту территорию. Мы в прошлый год с ними все время, всю зиму ругались. Как только лег снег, постоянно жалобы. Что здесь грязно, скользко, ну как бы ничего от этого не меняется. Сотрудники отдела развития потребительского рынка ходят сюда уже как на работу, чтобы достучаться до владельцев. В один из рейдов один из трех предпринимателей оказался на месте. 2 часа долбил ломом сегодня. Урну поставили, конечно. Соседи к вам не пожелали присоединиться? Пожелали. Вот сосед, вот прям вот мы заснимали. А вот этот нет, к сожалению. Владелец данной территории пообещал полностью очистить тротуар, прилегающий к его точке, от снега, наледи и мусора до наступления Нового года. Такие рейды по выявлению нарушений чистоты среди предпринимателей проводятся повсеместно. Вопрос касается не только пешеходных дорожек, но и крыш объектов торговли. В противном случае за неубранную территорию на предпринимателей будут наложены штрафные санкции.